Мы приехали из Армении. Из Армении. Армянская фадистика. Я знал, что у вас действительно наоборот полный. У них какой-то баланс полный. Но когда мужчина, сейчас солнышко, ветерочек, там, надуванчик, цветочек. Вот это слова не звучат. Не пережим. Ну как можно эти мужчины произносить такие слова, какие мы не мужчины. Просто забыли, забыли, как один сказал, что он еще объяснит, что мы, как это говорится сейчас, мы перестали делать такие глупости, мы перестали делать полностью, мы еще. Да, ну, это не нужно. У нас начинает все круто. Мы работаем и так, но просчитано все на микрофон. Дальше, ближе. Только мне кажется, этот, вот этот верхний. Верхний поставьте сюда тоже. Туда просить. Перебивать. Не-не, крышка будет уже. Крышка будет. Больше шея подсвечивает. Я. Вы вот верхний поставьте сюда тоже. На макушку, на макушку. Вот. Вот так. Отлично. Вот. То, вот нужно. Хорошо, а то было ярковато. Хорошо. Сейчас хорошо, да. Главное, ладно, сойдет. Сереж, да, я знаю, сейчас потом кадры посмотрю здесь. Насчет дам не знаю, но отдам я слышал, что отдам. Давай посмотрим. Радио. Николай Иванович, люди знают. Можно мне рот не закрывать? Нет. Я хочу его с тобой по радио. У них какой-то баланс полный. Но когда мужчина, сейчас солнышко, ветерочек, там, надуванчик, цветочек. Вот это слова не пережим. Не пережим. Ну как можно эти мужчины произносить такие слова, какие мы не мужчины. Забыли, как один сказал, наоборот. Все же это не нужно. У нас начинает все круто. План один. Такой жесткий там и так далее, и так далее, и так далее. Очень крутые жесткие из них, там, посмотреть, кто мужчина. Уголовно наказуемо было, хотя тоже был перегос, я только не мой. Но сейчас просто это... Ну, на вечерах там Тереков такой есть, автор очень хороший, для многих. Или вторая, потом генеральная. А концертов нет, концертов уже очень мало. Знову все поздно, поздравляю, с чем поздравляю, с тем, что нет работы. А, либо презентация. Ну, это то же самое. Стул можно, а то это там кассеты будут лежать. Это не так скажешь. Сережка будет сидеть здесь, и вот остальные. Ну, чудесно. И ваши пойдут? Вот два просто. Да. Больше их не будет. Остальные... Чтобы они взяла, лежит. Так, у меня есть мыло, все есть. Нет, ну там что-то мужской жизни. Там оба. Мне главное сейчас помыть руки. Я понимаю. А мне вот не надо. Великий план. Песни Павла Айдоницкого на стихи Юлия Визбора «Мне не хватает тебя». Где находишь вечный страшный, проживаешь ты жизнь иной, говорят мне лесу подожди, все иначе предстанет весной. Только в этой весне ты пригрузка трудя, ты ведь знаешь, что мне не хватает тебя. Ты ведь знаешь, что мне не хватает тебя. Говорят, есть таблетки для сна, с ними полный покой обеспечен. Есть в гитаре такая струна, что печаль. Все другие скорбят, ты ведь знаешь, что мне не хватает тебя. Ты ведь знаешь, что мне не хватает тебя.
клин выбивается клином. Хорошо, мол, уехать на юг, где сияет луна над долиной. Но стою при луне, я платок теребя. Ты ведь знаешь, что мне не хватает тебя. Ты ведь знаешь, что мне не хватает тебя. Я найду тебя, я не сдалась. Я пройду сквозь ветерей. Я дам и планета кругла, чтоб на небе звезды имелись. Никогда в этой судьбе нас с тобой не разнят. Ты ведь знаешь, тебе не хватает меня. Ты ведь знаешь, тебе не хватает меня. Так построен концерт, что если вдруг возникнут у вас какие-то вопросы, мы сделаем паузу, ответим на них. Если хотите, можете написать записки, передать их. Вот сюда на стульчик можно положить, мы возьмем. Но я понимаю, что не все приходят на концерт в субботний вечер с ручкой и с листочком, поэтому можно просто с места будет, мы вам скажем, когда можно задавать вопросы, если такие возникнут. Обычно после этих слов в зале возникает легкое волнение, думают, ну вот раз хотят много говорить, значит наверняка будут мало петь. Не волнуйтесь, с нами этого не произойдет, все, что знаем, споем, никуда не опаздываем. Но если вас что-то заинтересует, пожалуйста, спрашивайте. Ну и все равно то, что мы намерены сказать, мы все равно скажем. Не знаю. Но художественные руководители, мы виднее. Надо сказать, что все наши песни посвящены одной теме. Мы вот уже скоро будет 17 лет, да? Поем вместе, поем о любви. И вот сегодня мы тоже предлагаем вам полистать вместе с нами странички календаря. Календаря разлук и встреч. Вы услышите наши старые и совсем новые песни. Песни о любви. Календарь разлук
Они поют о том, что на земле любовь не умирает никогда. По-разному судьбу свою творим, чужие мы с тобою навсегда. И все-таки давай поговорим. Полгода назад был очередной концерт, а до этого мы эту песню как-то так, ну, постепенно выбросили из репертуара. И вдруг спели несколько песен на сцене, и вдруг из зала такой женский приятный голос говорит: «Сожалею!» Когда я услышала, а песня очень сложная, она эмоционально сложная, здесь модуляции очень много, и я с перепугу вот просто на сцене при всем честном народе ее вспомнила. И с тех пор мы ее каждый концерт поем. Спасибо тебе большое. Thank you.
себя не воротишь за дверью до окна, и слов не услышишь хороших, и плачет на склонах дорожный канал кудрявый мышиный горошек. Сейчас мы вспомним несколько песен, которые с нами уже, ну как сказать, второй десяток лет получается так. Манилась в окна звездная сень, висела ночь на тонкой нитке звука. Мне выпало две песни в этот день, в одной свидание, а в другой разлука. В одной свидание, а в другой разлука. Для нас в 82 году. Также она стала лауреатом телевизионного фестиваля. Называется она «Обида». Начинает петь Таня. Обида горькая пришла, затмила небо голубое, и тонкий провод пережгла, и тонкий провод пережгла, что был между мной.
песню Эдуарда Ханка на стихи Толматовского «Комсомольская площадь». Вот так в 80-м году в нашем репертуаре появилась эта песня. С ней мы тоже не расстаемся. Комсомольская площадь, вокзалов созвездие, сколько раз я прощался с тобой при отъезде. Хорошо машинистам, их дело простое, в Ленинграде сегодня, а завтра в Ростове. Я же с дальней дорогой знаком по-другому, как уеду, так тянет к далекому дому.
сделаешь, ничего не поделаешь, тянет дорогу. Сколько раз выходил я на асфальт раскаленный, как на место свидания первый влюбленный. Счастья я не искал, все мне некогда было, и оно мне кажется не находило. Я же с дальней дорогой знаком по-другому, как уеду, так тянет к далекому дому. А едва подойду я к родному порогу, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, тянет дорогу. Расставание и встречи, две главные части, из которых когда-нибудь сложится счастье. Я же с дальней дорогой знаком по-другому, как уеду, так тянет к далекому дому. А едва подойду я к родному порогу, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, ничего не поделаешь, тянет дорогу. Деятельности мы стали много перепели разных песен, в том числе и совсем старых, которые написаны вообще были не для нас. Нам повезло как-то, по-моему, это было в 81-м или 80-м году, нам позвонил Лев Ашанин, поэт такой, и предложил выступить в его вечере в колонном зале, спеть цикл песен дворовый. Вот цикл, помните, а у нас во дворе знаменитые песни. Ну, мы говорим, это было за неделю до начала, мы говорим, как мы можем спеть 5 песен, выучить, мы же нужно и аккомпанемент учить, и стихи. Конечно, что-то уже на слуху, естественно, у всех эти песни были очень популярны. И он говорит, вы приезжайте ко мне, я вам все объясню. И вот он таким образом выстроил все эти 5 песен, взяв один куплет из одной, припев из другой и так далее, вы сейчас услышите. Что получилось даже для молодых людей, которые и не слышали эти песни, очень все логично развивает события, знакомиться, я не буду пересказывать все. Но, в общем, можно было исполнять в любой аудитории. И эти песни, кстати, и до сих пор находят такой отклик живой, потому что замечательные мелодии, замечательные стихи. Но я заговорился, мы лучше сейчас споем. Я не хотела, он меня заставил, я всегда жутко нервничаю. Там просто очень много музыкального материала, но не страшно. Таня репетировала вчера вечером, поэтому я думаю, она сыграет. Конечно. А у нас давай. А у нас во дворе есть девчонка одна, между шумных подруг непременно она, никому из ребят непременно она. Я гляжу и свет, ничего мне нет, а я все гляжу, глаз не отвожу, а я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком, но о ней я молчу, даже с лучшим дружком. Почему-то молчу, даже с лучшим дружком. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не отнимай свою руку, пожалуйста, как бы судьба не сложилась для нас. Завтра забудь меня, маме, пожалуйста, но поцелуй на прощание хоть раз. И опять во дворе нам пластинка поет, и проститься с тобой все никак
не дает, и опять во дворе. Но пластинка мою не проститься с тобой все никак не дает. В туфлях на гвоздиках, в тоненьком свитере глупой, все тебя мучит одно. Подружки твои не увидели, да старики, что стучат в домино. И опять во дворе. На пластинка поем, и проститься с тобой все никак не даем. Наших старых, наших.
порвалась струна, вы не обращайте внимания, они дублируются, я не погони, я буду играть так же, как играл. Ничего не изменится. Даже хорошо, что она порвалась, мне она не нравилась. Никогда не играл. Вы знаете, я скажу вам честно, настраиваются все струны как бы в унисон, а вот эта первая, эта третья струна, она идет через октаву как бы. Она меня всегда раздражала. Я вот 16 лет играл правильно, две одинаковые струны, никогда не рвалось. Теперь будет на 11. Ставлю второй раз, и второй раз рвется новая струна. Да. Ну ладно, это я не к тому, чтобы скинулись на новый аккорд. Нет, я просто рассказываю, что я себя погони не изображать не буду, играть очень просто. Значит, сейчас мы вспомнили одну песню, или не песню, а целый цикл. Надо сказать, что вот в прошлом году нам с Таней повезло, мы познакомились с актрисой Ольгой Остроумовой, конечно, вы знаете все ее. И с тех пор вот у нас дружба такая завязалась с ней, и она поет несколько моих песен. И на празднике 9 мая у нас, мы вдвоем так получилось, что Таня не могла работать, мы работали с Олей вдвоем, но не пели наш репертуар, она пела новые мои песни. И так получилось, что нас объединили еще с Евгением Матвеевым, тоже, естественно, вы знаете, это замечательные режиссеры и актеры. И Оля пела новые песни, ну, Евгений Семенович работал сам по себе, как бы, просто мы одним блоком шли. Я пел свои песни, и мне пришла в голову мысль, я говорю: Оля, ну как же ты не поешь песню из вашего кинофильма? Вот у нас будет «Мы втроем выходим», и звучит замечательная песня «Мы эхо», помните, конечно, да? И я говорю, надо ее выучить. И мы выучили, и вот эти праздники с ней вдвоем эту песню напевали. И так втянулась она в это, что теперь, когда ее приглашают, даже с одной песни какие-то ветераны, предположим, она всегда зовет меня, мы с ней вдвоем, значит, поем. Но Тане так тоже это понравилось, что она говорит, давай мы ее и себе в репертуар возьмем. И вот так получилось, что год назад нам попала замечательная песня. Надо сказать, что петь ее одно удовольствие. Вот это редко бывает. Вот говорят, народные песни. Все песни сочиняют в конечном итоге автор, кто-то один. А потом уже идет как бы обработка и под голос, чтобы было удобно петь, может быть, меняться как-то мелодия. А вот существует такое вот счастливое обстоятельство, когда автор берет и пишет так, что звучит как народный. Она очень хорошо, удобно напевается. В том числе и вот эта замечательная песня. К сожалению, нет уже ни рождественского автора стихов, не Птичкина, автора музыки. Нет Анны Герман, которая записывала эту песню. Вот памяти их мы посвящаем. Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветви бруга, тебя я услышу за тысячи верст. Мы звездная память друг друга.
сыне, пленками звезд, и выгнутся ветви упруга. Тебя я услышу за тысячи верст. Было печальное событие, и так получилось. Мы хотели давно, эта песня написана тоже очень давно. Да. Как мы только с Таней познакомились, и так получилось, что Таня меня уже познакомила с Сайданицким, и он начал показывать нам разные песни для дуэта, и «Раздумье» не показал. И на первом концерте мы сделали другие совсем песни, а «Раздумье» пела Таня одна. И вот я с тех пор сказал, надо нам ее сделать. Это было в 80-м году. И вот сделали мы ее только год назад. И сейчас ни одно наше выступление без нее не обходится. Итак, «Раздумье», стихи Игоря Шафирана, музыка Павла Дядинского.
ребенку обратиться, там пленка не заканчивается еще. Ну, вторая часть. А вторая часть, понял. То есть как Рэмбо 2, типа так. Ну, хорошо, значит, мы... Вот что, вот я сейчас смотрю сюда, у меня здесь шпаргалка такая. А после минутки мы хотим спеть вот, Павел Айданицкий через 13 лет после минутки написал ну, романс такой, называется «Забывай», романс назвал он. Но когда я посмотрел клавир, мы начали дома работать, потому что нам понравился, мелодия понравилась, стихи понравились. И я говорю, Павел Ильич, вы не возражаете, если мы немножко переделаем, потому что у нас романс в репертуаре много, нам нужна такая, ну, не то чтобы подвижная песня, но хотя бы, чтобы какой-то ритм был такой. Ну и предложил ему ритм такой босанова, в общем, мы сошлись на этом ритме, и вот так в наш репертуар попала песня «Забываю», которую, кстати, вместе с песней «Раздумье» мы записали несколько, ну, наверное, недели полторы или две назад на фирме «Мелодия», у Айданицкого выходит пластинка, и вот там будут эти две песни. Сейчас мы вам назовем «Забываю». А, Леночка. Ах ты, струна же. Вот я похвалился, что струна, а она нужна теперь. Ну ладно, хорошо. Ну давай.
не связать разорванную нить. Забываю, будто бы не знаю, что не в силах я себя забыть. Забываю взгляд твой, забываю, не связать разорванную нить. Кассета убавилась там одна. А может, есть какие-то вопросы? Пожалуйста. Пожалуйста. Потому что здесь много наших знакомых, и, естественно, им про нас все известно. Может быть, у кого-то возникли вопросы? Пожалуйста, мы ответим. Раньше все спрашивали, кто там, муж, жена, мы или... Все знают. Здесь все знают. Самый был такой хороший вопрос. Все знают. Ну что, все, нет вопросов? С нами все ясно. Бойте, все. Все понял. А может, мы специально, чтобы отдохнуть? Бойте. Тогда спроси. Тогда перерыв, да? Нет, ну хорошо, нет, будем петь. Ладно, если возникнет, вы прямо после песни сразу перебиваете нас. А мы споем. Ты куда пошла? Нет, никуда. Антракт. Сейчас я пойду, что мы споем. Он тут новых песен еще заставил столько петь. А давай сейчас еще одну новую споем. Так, какую? Сейчас сценарий пишется для фильма «3+2», вторая часть. Пишется сценарий не сейчас, а уже полтора года. И, ну, как в кино проблема, как и во всех направлениях искусства, нет денег. И пока, значит, тормозится этот проект, съемки не начинаются. Но я, как человек такой обязательный, мне предложили написать музыку. Я написал музыку прошлым летом еще. И вот все это лежит, там должно быть где-то 18 песен, несколько музыкальных номеров, танцы и так далее. Все это лежит, и я думаю, что будет лежать, давай потихонечку будем сами петь тогда. И вот одна из песен, которая написана вообще-то для Натальи Гвоздиковой, она должна там играть одну из ролей. Испанку. Да, она должна Жарикову петь эту песню. И там есть дуэты для них тоже, но дуэтами петь еще пока... не выучен, петь не будем, а вот эту песню сейчас напою. Называется она «Капитан». Исполняет Таня. Thank you.
Большой путь прошли, 15 лет, 17 лет, это все-таки много. И очень приятно, что настоящие друзья остаются. Здесь много и новых наших друзей, товарищей. Тоже вот вам посвящается песня, эта, которую я написал на стихи Роберта Бернса. Сейчас прозвучат две песни на стихи Роберта Бернса. Одна вот такая, ну, лирическая, другая шуточная. Значит, старый друг. Забудьте старую любовь и не грустить о ней. Забудьте старую любовь и дружбу прежних дней. С тобой топтали мы вдвоем траву родных полей. Но ни один крутой подъем мы взяли с юных дней. И доверху налей. Мы пьем за старую любовь, за дружбу прежних дней. Переплывали мы не раз с тобой через ручей, но море разделило нас, товарищ юных дней. Yeah.
Лучше сделать сейчас. Вот струна из-за этой одной струны спустил немножко и... Кстати, замечательный рояль здесь. Как на удовольствие играть. Резкость. Ну, хоть так, ладно. Да. А то это долго будет. Но сейчас... А, тем более шуточная песня, можно, наверное, на струнной гитаре играть. А, нет, вот так вот. Что ты жадно глядишь на дорогу?
Цикл песен, и Женя записал несколько стихотворений Сергея Есенина. Этот цикл был снят на центральном телевидении, но так как денег не было платить за эфир, его в рабочее время показали как-то несколько раз, там дважды два и по первой программе, но прошел, к нашему сожалению, незамеченно. Но песни все равно с нами, мы их поем, и вот сейчас, ну я пою, неважно. А сейчас я напою, наверное, одну или две песни из этого цикла. Сейчас. Лучше три. Стихи, вот то, что сейчас будет звучать, песня. Стихи эти Сергей Есенин посвятил актрисе Московского камерного театра Августе Леонидовне Миклашевской. Это было одно из последних увлечений Есенина. Он посвятил этой женщине не только это стихотворение, а целый цикл стихов, свой знаменитый цикл «Любовь хулигана».
И вот стихами заметался пожар голубой, этот цикл открывается. Отличить от декабря.
это есть счастливая весна. Только не найду ее одна. Те тропинки, что тогда мы вместе снежная укрыла пелена. Снежная укрыла пелена. А там все реки бездонные, а там все люди влюбленные, а там ты ждешь меня где-то, а там, а там любовь не кончается, а там все песни встречаются. Завидуй другу, если друг богаче, если он красивей, если он умней. Пусть его достатки, пусть его удачи у твоих сандалий не сотрут ремней. Двигайся бодрее по своей дороге, улыбайся шире от его удач. Может быть, блаженство на твоем пороге, а его, быть может, ждут нужда и плач. Если он красивый, если он умней, пусть его достатки, пусть его удачи у твоих сандалий не сотрут древней. Плачь его слезою, смейся шумным смехом, чувствуй полным сердцем вдоль и поперек. Твой друг ликовать успехом — это преступление, это сверхпорог. Не завидуй другу, если друг богаче, если он красив. Если он умней, пусть его достатки, пусть его удачи у твоих сандалий не сотрут ремней. Пришли, концерт бы не состоялся, ради вас мы пели, вы ради нас оторвались от дел. Спасибо, если мы доставили вам несколько приятных минут, то мы очень счастливы. Спасибо, счастья вам, здоровья, мира, здоровья вашим детям, тепла ваших семьям. Еще раз огромное спасибо и до новых встреч. До свидания.
Все, фильм не стерли. Пойдем.